Сарат Александрович, мы бы хотели попросить вас спеть несколько разных песен. Нет, тут есть список. Ну давайте прочитать. Так, ну не будем грустные песни петь, давайте споем. А, хотя бы это тоже известно. Элегия, это вот, ну действительно, песню написал на мои стихи замечательный автор, безвременно ушедший в жизни, мой многолетний друг Евгений Клячкин. Вот, стихи мои, а мелодия его. Вот. Элегия он называется. Ну, попробуем. Сентябрь сколачивает стаи, и первый лис звенит у ног. Извечно истина простая, свободен, значит, одинок. Мечтой об свободе года, не замечаем мы того, что нашей собственной свободы боимся больше всего. И на растерянные лица, куда нам жизни деть свои, крылом спасительным ложится власть государства и семьи. В углу засняты иконы, вся в паутине пустота. Свободен, значит, вне закона, как это истина проста. Входная дверь гремит, как выстрел, в моем пустеющем дому. Так жить-то вместе, словно листьям, а падать вниз по одному. Так жить-то вместе, словно листьям, а падать вниз по одному.